Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интереснейшие покупочки Валберис, Озон, Яндекс.Маркет и Рандеву. Итак, поехали. Озон такая большая, габаритная, это знаете, что это дуги. Дуги для растений, для рассады. Я взяла прям такой большой размер, я боюсь, мне надо сейчас будет обламывать, что-то я прям погорячилась. Для огурцов взяла, для своих домашних, бамбуковые. Сейчас открою, покажу. Так они выглядят, были прям перемотаны. Это бамбук, и для чего я их взяла? Вообще, когда искала, на самом деле, тяжело очень найти бамбуковые дуги. Вот прям это такая редкость. На Валберис они вообще стоят бешеных денег, на Озон. Вот по более-менее адекватной цене 5 штук у меня получается. Мне, конечно, 5 штук за глаза. Ну ладно, пригодятся еще когда-нибудь. Это прям бамбук-бамбук. Вроде как. Такие вот они длинненькие. И даже вот как будто уже в земле побывали у кого-то. Видите, местами. В общем, прикольная штука, удобная достаточно для огурцов, чтобы он в домашних условиях рос. В парнике подвязывают, да, в домашних условиях, чтобы он рос и вился, и даже потом к низу спускался вот так. То есть ему прям вот предостаточно будет именно такого роста. Сейчас буду втыкать. У меня пока огурчики маленькие, две штуки в горшочке уже плодоносят. И вот такая она высокая. Не стала ломать, думаю, пусть будет, вдруг они такие вымахают. Сломать всегда можно успеть. Ломать и дестроить. Воткнула их прям до самого дна горшка. Подвязала пока, сейчас они начнут сами виться вокруг палочки и будут ползти вверх. Удобная штука. Покупочка Рандеву. Здесь у меня вот такой вот интереснейший аромабокс, который называется «Богатая жизнь». Не хухры-мухры. Что хочу сказать, девчонки, ароматы, конечно, очень интересные. Ароматы, вот название, если кому интересно. По штрих-коду, может быть. Я ссылочку оставлю. Оставлю обязательно промокод на скидку 10% на сайте Рандеву. Пользуйтесь на здоровье. Не забывайте про накопительную систему баллов за отзывы. Так, что мы здесь имеем? Вот тут вот видно сразу, какой парфюм плохо лежит. Тот меня зацепил больше всего. Вот такая подборочка здесь представлена. На самом деле существует версия такая, что есть денежные парфюмы, что они реально есть, и что реально есть парфюмы, которые привлекают к тебе деньги. Что хочу сказать? Вот ароматом, который нравится мне, когда я пользуюсь, он действительно привлекает ко мне деньги. Но вот пока вот так. Не буду громких слов говорить, но действительно существует такое мнение, что есть определенные запахи, которые действительно привлекают. Вот этот, кстати, последний аромат. Я со всеми с ними знакома впервые. Это не буду коверкать. Кто знает правильно, напишите, девчонки. Ну, вот этот White Fire парфюм. Это просто что-то. Это просто с чем-то видно по тому, как он израсходован. Я определенно точно хочу себе такую полноразмерку. Он привлечет не только деньги, он привлечет всю живность в округе 100-200 метров. Он потрясающий. И не в том плане привлечет, что он какой-то там громкий, приторный, слишком яркий. Нет, он такой, какой нужно. И я быстро на себе его перестаю ощущать, потому что я прекрасно понимаю, что это мой парфюм. Люди ощущают, люди делают комплименты. В общем, я в восторге вот от этого аромата. Он просто меня покорил. И вот вообще последние 4, вот эта вот строчка, да, все очень классные. У меня вот единственное отвращение вызвал, если честно, вот этот парфюм Клиф Кристиан. Потому что, ну, он вот прям, как же описать вам, он слишком яркий, он слишком приторный, аж голова начинает болеть. Вот слишком, я его прям вот даже прям сейчас из этой подборки убираю. Я не могу его переносить, вот эти ароматы тоже хороши. Очень интересные, они все совершенно разные. Я не могу сказать, что тут прям есть какая-то денежная нотка, которую можно выделить. Нет, отнюдь нет, они все совершенно разные, но подборка действительно, которая вот стоит внимания. Прям вот этот аромабокс рекомендую. Он очень классный, он потрясающий, кроме вот первого аромата. Он меня душит, у меня начинает болеть голова, кружится даже и так далее. Последние 4 вот просто восторг, вот поэтому тоже видно, да, по Аманталь, что он зашел. И самый последний вот просто покорил. Так что аромабокса рекомендую однозначно. Ссылочку оставлю, промокод тоже оставлю. Ароматы класснючие. Покупочки Озон и Яндекс.Маркет. Так, первое это Озон. Заказывала на примерку себе 2 пары обуви, они перепутали. Прислали мне не тот размер. Я заказывала 40 и 41. У меня вообще 39, но так как обувь сейчас у нас непонятная, по большей части маломерит. Заказала вот такие тапочки, 1000 рублей цена. Вопрос, там какие-то размеры 900 с чем-то, какие-то размеры 1011, по-моему, они мне вышли. Тапки.
Прислали 37-й, 40-й. Можно было брать 39-й смело. Немножко вот у меня в пальчиках есть запас, но это лучше, чем они были бы малы. Тапки обычные совершенно. Я в таких люблю гонять. Вот так они выглядят. Здесь какая-то надпись. Обычная подошва. Не совсем, кстати, легкая. То есть не Эва, а какая-то резина действительно. Нормальные. Нормальные, удобные. За 1000 рублей прекрасно просто. Внутри обычная вот такая вот стелька. Я такие вещи люблю носить, стираю в машинке. Подошва вот такая, взяла 40-й. Я померила 37-й, мне показалось сначала, что 40-й великоват. Померила 37-й и поняла, что они мне тоже самый раз. Но тут такая интересная фишка, тут пятка вылезает. То есть 37-й мне, я в него влезла, но вот здесь вот выпирает, получается, пятка. В 40-м влезла как следует, продвинула пальчики, все нормально. Но можно было бы взять 39-й, но уже не было, поэтому взяла 40-й. Тоже очень отличненько, прям хорошо. Так, дальше. Это тоже не Яндекс, Озон. Озон по 299 и 300 с копейками были мои любимые Доместос. Взяла в запас две упаковочки, розовые, голубые. Вообще на них в последнее время крайне редко бывает скидка, а тут прям была, поэтому нахватала. Одного такого блока хватает на 2 недели, поэтому это самый экономичный вариант. И аромат здесь яркий, унитаз долго чистый, то есть предохраняет от различных загрязнений. Любимый, больше даже никакой другой не хочу брать. Так, дальше вот такие вот пробочки, это тоже Озон, 2 штуки в районе 100 рублей, пробки для ванны. Я уже который раз беру такие, первую как-то мы поломали, сейчас покажу, в чем их фишка, открою. У нас сейчас осталась одна старая голубая, и не голубая, такая бирюзовая, под прошлый наш интерьер. Так как у нас в ванной все сейчас светленькое, беленькое, я заказала 2 вот такие пробки. Мне нравится, у нас плотно прилегает к ванне, воду не пропускает. Конечно, ее вот так не откроешь, когда ванна полная, то есть хочешь спустить воду, надо нажать на кнопочку, она вот так открывается, и вода спускается. У меня ванна не прокатывает, то есть мы ее вытаскиваем, просто рукой вот так берем и снимаем, как бы, с отверстия, скажем так. А так воду вообще не пропускает, набирает хорошо. Когда ванна полная, вот так вот почему-то делать не получается. Возможно, для раковины будет удобно. Я видела, их для раковины берут. Мне нравятся. Они минималистичные, такие силиконовые крышечки. 2 штуки еще прям вообще прелесть. Так, и палочки, ушные палочки. Это у нас Яндекс.Маркет. Заказала очень бюджетно, 500 штук. Бамбуковые. Переложу в свою красивую коробочку. У меня для палочек есть отдельная. А так, обычные бамбуковые палочки. Но их здесь 500, и цена вопроса вообще там смешная, на самом деле, за такое количество. Вот такие покупочки сегодня у меня были. Покупочки Озон и Яндекс.Маркет. На Озон заказала доску, точно такую же, как у меня была, просто во время ремонта ванной на ней резали панели, мы ее всю изрезали, испоганили. Сейчас, кстати, покажу, они все-таки немножко отличаются, но заказала тоже по своей ссылке. Причем посмотрела, я ее брала тогда почти за 600 рублей, а сейчас у них акция на 450. Доска огонь. И по размеру, и по удобству, и на рейлинге она у меня висит прям прекрасно. Поэтому супер. Так, а Яндекс.Маркет, тут батончики вкусные. Сейчас распакую, покажу. Ну вот, показываю новое, старое. Вроде бы одинаковые, немножко по цвету отличаются. И это, конечно, прям гладенько, классно. Тут бренд написан, здесь тоже написано. Здесь. Вот, это мы уделали жидкими гвоздями момент. Ее как бы очистить можно. Мы ее всю порезали. Вот видите, тоже такой же бренд написан. Мне очень нравится. И на рейлинге она удобна, за счет вот этой ручки висит. Прям классный размер большой. У них, кстати, разные там размеры в магазине. Поэтому я не стала экспериментировать, уже доска себя зарекомендовала, поэтому мне кажется, вот здесь вот как-то помягче, а тут как-то остренько, остренькие углы, не так опилено, не так зашлифовано, что ли. Ну, в процессе, я думаю, эксплуатации все нормально, в итоге нигде там никаких щепок, зацепок нет и так далее. Вот, так что эта доска у нас отправляется на заслуженный покой, и теперь будет новенькая. За такую цену деревянную доску вообще находка. И вот они, батончики, очень, кстати, вкусные, достаточно бюджетные, и по такой цене, и вообще, по-моему, в принципе, они есть только на Яндекс.Маркете. Это Левушка детям, они прям реально вкусные. Здесь такая нуга фокус, вот такая вот шоколадная, карамель там, воздушный рис, суфле, какао, карамель. Вот очень вкусные. Вот таким вот набором в коробочке они пришли. Сколько здесь штук, девчонки? Я уже выкинула пакет. Не знаю, написано здесь. Вот, вот тут у нас, наверное, написано. Вся информация есть. Так, 25 штук. Вот, вообще красота. То есть взяла так коробку. Мы еще предыдущие не съели, я вам показывала. Но они не зашли, они очень сладкие. Вот эти гораздо вкуснее. Они и детям нравятся, и взрослым. Так вот с утра с кофеком прям прелесть.
Еще одна покупочка Валберс, это грунт. Я вам уже его показывала. Я брала в маленьком объеме, теперь взяла в большом. Очень понравился. Знаете, он прям бюджетненький. 25 литров, что-то, я не помню, 300 с чем-то рублей. То есть вообще копейки. 25 литров. Мне как раз нужно пересадить 5 томатов по 5 литров. Вот такой вот азбука роста. У них различные объемы, фабрика грунтов. И вот я пересаживала огурчики. Очень понравился грунт. Вот прям очень. Рассыпчатый такой, хорошенький. Прям вот замечательный. Даже ничего не добавляла. Потому что до этого был грунт, хотя тоже с отличными отзывами, я все-таки там добавляла всякие полезности туда, намешивала. Здесь нет, хорошенький, прям замечательный. Так что смело могу рекомендовать. Зашел. И цена вообще, цена очень бюджетная за такой объем. Ну и на этом все. Все ссылочки, как всегда, в описании. Надеюсь, было интересно и полезно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.